Уже в третий раз на юге Украины будут выбирать топ-докторов. Организаторы проекта рассказывают, что целью конкурса является не просто напомнить о важности людей этой профессии в нашем мире, но и выбрать надежных врачей, которые в любую минуту придут на помощь. Выбрать лучших докторов Одесской, Николаевской и Херсонской областей может каждый. А давайте, дорогие друзья, мы с вами вместе определим, кто же сегодня у нас в Южном регионе на территории Одесской, Херсонской, Николаевских областей, а сегодня наш рейтинг пока охватывает эти области, но я думаю, что он вскоре станет и национальным. Давайте же определимся, кто на самом деле здесь сегодня лучшие доктора. Давайте друг другу посоветуем докторов и врачей, которые спасают наши жизни, которые улучшают качество нашей жизни, которые нас лечат или, по крайней мере, качественно выслушают. Как минимум, это тоже необходимо. Лучших докторов 2021 года определит интерактивное голосование. Как рассказывают организаторы рейтинга, самое главное – это дать пациентам возможность выбора, ведь люди – это самые объективные судьи. Впрочем, чтобы ваш голос засчитали, нужно четко следовать правилам. Для того, чтобы принять участие в рейтинге, а я заакцентирую ваше внимание, что участие бесплатное совершенно, вам надо подать заявку за любимого доктора, либо сам доктор может подать заявку за себя. Для этого надо зайти на сайт top-doctor.com.ua, заполнить форму заявки. Она достаточно простая, это может сделать каждый. А в форме заявки надо указать фамилию, имя, отчество врача, которого вы хотите видеть в рейтинге, контактные его телефоны и дальше по всем вопросам, которые там находятся в заявке. Более того, автоматически принимают участие в конкурсе также и звезды прошлых лет. Причина понятная – они все еще остаются любимцами жителей юга страны. Их имена прочно ассоциируются с надежностью и профессионализмом. Впрочем, это совершенно не значит, что шансов у других участников нет. Наоборот, это создает здоровую конкуренцию на конкурсе. Все, кто были победителями прошлого года, там вошли в первую десятку, они автоматически уже размещены. То есть за них не надо переподавать заявки, за них не надо. А так дальше как бы все участвует, кто хочет. Организаторы конкурса отмечают, что ежегодно тематика данного мероприятия будет меняться. Здорово и ярко. Это тема «Топ-доктор 2021 года». Звездные доктора пройдутся по красной дорожке в шикарных нарядах и смокингах. С этого года мы будем не просто проводить рейтинг, не просто определять лучших врачей Южного региона, но мы хотим придавать некую тематическую, некую тему выбирать рейтинга и делать это, ну, здорово и ярко. Вы знаете, мы достаточно все сильно устали от серых будней пандемии и хотим, чтобы наша жизнь была здоровой и яркой. И на наш взгляд, именно эти слова определяют качество нашей жизни. Поэтому темой и девизом проведения третьего народного рейтинга Южного региона «Топ-доктор 2021» будет фраза «здорово и ярко». Кроме народного признания, организаторы конкурса обещают, что победители получат призы и с пустыми руками домой не уйдут. О подарках станет известно уже на самой церемонии награждения. Еще рано говорить о том, что конкретно это будет, но мы прекрасно понимаем, что рейтинг вызывает большое внимание. У нас большое количество партнеров и спонсоров, благодаря которым мы и можем проводить этот конкурс. Понятное дело, что все в нашей жизни стоит денег. И понятно, что кроме кубка и диплома, которые предоставляют организаторы, мы даем немалое количество призов от наших партнеров. И это всегда очень такая приятная штука. С пустыми руками наши победители не уходят. Лучших из лучших выберут 10 сентября. Поэтому у жителей юга Украины есть 2 месяца, чтобы определиться со своим доктором, который обязательно вовремя придет на помощь. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».